Каждое лето берем и пишем письма в администрацию области, в администрацию города об этой проблеме, о том, что нет воды. И с 2013 года постоянно видим одну и ту же проблему. Как только середина лета, вода в Ерике заканчивается, и пока не напишешь письмо, пока не попросишь, воды нет. Насосные станции не включают. То нет финансов, то забыли, то еще что-нибудь. Нам не докладывают о происходящем. Если мы будем смотреть на Ерик-Верблюд, то вот у нас отсюда идет заход воды с Волги, естественно, во время разлива. А с этой стороны вода в Ерик попадает с помощью насосных станций Краснослободского тракта, так называемого. Вот он пошел, сам Ерик-Верблюд. Куда вода идет дальше? То есть мы вот находимся с вами на мели этого большого Ерика.